В Набережных Челнах за минувшие сутки выявили один новый случай COVID-19. Общее количество заболевших горожан с начала пандемии равно 825. По последним данным, в Татарстане коронавирус официально подтвердился у 6308 человек. За сутки диагноз поставили 29 жителям республики. За период пандемии выздоровели более 5100 татарстанцев. Общее число зараженных россиян превысило 961 тысячу. За сутки число заболевших увеличилось почти на 4800 человек.